как простой пассажир электрички и транзитный клиент в больнице. Я как сяду, еду, поеду, куда поезд меня повезет. Дождь плетает мне в усы, в ресницы, за окном ни селения, ни птицы, только лес обезумевший мчится и о древности что-то поет. Только лес обезумевший мчится и о древних нам что-то поет. А потом мы пропустим товарный